Друзья, всем добрый день, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами компания Arbatoms. Компания Arbatoms не только вам предлагает недвижимость в Турции, друзья. Компания Arbatoms еще вам ваши недвижимости инвестирует максимально выгодно и безопасно. Так что как раз мы в таком месте с вами находимся, уникальное месторасположение, уникальный проект. Сейчас с вами будет, друзья, последняя одна квартира, большая квартира, 3+1, отдельная кухня и 149 квадратных метров, друзья, элитный комплекс, элитный дом, друзья, всего 18 квартир, много народ нету здесь, и отделка качества отлично. Здесь есть еще система «Умный дом», друзья. Так что я вам все это покажу, расскажу. Но изначально хочу отметить маленькие и важные информации, друзья. Скоро мы будем в конце апреля, друзья, 26, 27, 28 апреля будем в Узбекистане. В Ташкенте будем, друзья, потом 29-30 апреля и 1 мая будем Самарканд, друзья, в Самарканде будем. Если оттуда кто-то нас смотрит, друзья, для более подробной информации можете к нам обращаться. Саляму алейкум. Да. Önemli değil. Если вы хотите с нами индивидуально встретиться и поговорить, друзья, нужно просто записываться заранее. Хорошо? Записывайтесь, мы с вами можем поговорить, как правильно приобрести недвижимость в городе Алане, либо в Мерсине. Так что, друзья, вот такой комплекс. Есть гараж, но гараж в этом квартире не относится. Гараж просто для дублекса гараж, но все равно у нас на улице тоже есть свои парковочные места, друзья. Есть фонтана, есть детская игровая площадка, есть здесь бассейн. Можно аппаратика мне? Давай, давай. Здесь огромный большой бассейн, есть детский бассейн, тоже есть тренажерный зал, теннисный стол и бильярд, сауна. Все есть, друзья, элитный дом, еще есть даже здесь место барбекю, вот в этом месте шашлык, машлык можно пожарить, друзья, здесь вот это место беседка. Так что давайте теперь еще поднимаемся на первом этаже, высокий первый этаж, еще посмотрим, какая планировка. Еще есть, друзья, для каждой квартиры здесь кладовка. Очень большая квартира, 149 квадратных метров. На первом этаже, высокий первый этаж. Посмотрите, пожалуйста, вид на бассейн. Вид на бассейн и огромный большой балкон. Вот такой огромный большой балкон, где мы с вами находимся. Главный балкон, где зал, где спальная комната. В два выхода есть. Здесь еще очень хорошее, что здесь есть вот такой сетка. Вот посмотрите, что есть. Вот такой сетка, друзья. Очень красивое, хорошее качество, место расположения отлично. Рядом есть государственный бальнист, это район Оба, друзья. Рядом есть торговый центр, метро, Кочташ, Тахтакале. Вот это стоматология, все магазины, рестораны, кафе, все здесь близко, друзья. Тихо, спокойно, место отдельно. Кухня 3+1, 149 квадратный метр. Так что... Здесь еще один балкон есть. Много балкон, много окно. Светлая квартира, друзья. Так что 3+1, отдельная кухня, еще один балкон вот здесь. Посмотрите, пожалуйста, здесь уже сад. Вот это сад. И здесь натуральный хороший камень. Можно по-близки снимать качество. Натуральный хороший камень, друзья. Очень приятно. Как-то потрогайте, что искренний камень. Так что... Давайте продолжаем еще. Ламинат везде. Ламинат, друзья. Вот это ламинат везде. Натуральный ламинат. Еще дверь тоже. Вот это
Ручка, покажи, пожалуйста, все качество, все натуральное. Так что, я вам говорю, что система «Умный дом» есть. Здесь одна спальная комната, там уже родительская комната. Для каждой квартиры есть, для каждой ванная комната есть. Теплые полы, друзья, теплые полы здесь. Здесь еще один балкон есть, там тоже много балкон, много санузел, друзья. Так что санузел достаточно большой, вот в таком виде. Короче, друзья, если вам что-то не хватает информации, мы готовы даже для вас онлайн снимать и показывать это предложение. Здесь в этом комплексе осталась последняя одна квартира, друзья, больше нету. Так что... Здесь есть еще вот такой общий санузел. Там родительский санузел был, здесь общий санузел. Достаточно длинный, широкий, большой, друзья. Так что здесь есть один такой фишка. Вот это аппарат. Аппарат очень качественный, хорошо. Неприятный запах не пропускается. Просто очень качественный. Поэтому здесь все. Вот это, видите? Красота, очень красивый. Камень очень красивый. Шкаф очень красивый. Санузел красивый. Люди должны жить красивый. Правда, аппарат? Да. Так что закроем здесь дверь. И огромный большой вот такой, как сейф дверь. Посмотри, пожалуйста. Можно по-близки снимать? Только мне не показывает постоянно. Показывай еще качество. Вот это материал. Хорошо. И здесь... Система «Умный дом». Вот, посмотрите, пожалуйста, «Умный дом». Вы даже, когда с аэропорта едете, можете подключить кондиционер, жалюзи. Все можете подключить, друзья. Так что заходите сразу. С левой стороны вот такой шкаф. Большой, огромный шкаф. Здесь бойлер есть. Автоматический бойлер, друзья. Так что красота. Там два спальные комнаты, зал, отдельная кухня. Еще я вам покажу. Здесь еще один спальная комната, друзья. Одна спальная комната. Еще один балкон там. Еще один балкон вот там. Посмотрите, пожалуйста. Здесь еще один балкон. Конечно, здесь тоже сетка есть. Вот такой сетка. Еще здесь есть вот такой маленький место кондиционер. Но можно использовать как кладовка, тоже хорошая, да? Места много. Короче, очень хорошее место, очень хорошая квартира, место расположения. Отлично, друзья, 3+1, 149 квадратный метр. Отдельная кухня, еще кухню тоже покажем. Так что продается без мебели, без бытовой техники. Как видите, она так продается, друзья. Вам придется мебель и бытовая техника за навес, ковры купить. Вот это уже отдельная кухня. Здесь тоже балкон есть. Посмотрите, все красота. 3+1, отдельная кухня. Для большая семья очень удобно, на самом деле, друзья. Так что вот еще один балкон здесь, достаточно большой, хорошо. Так что посмотрите, пожалуйста, красота, правда? Согласитесь, если вам все понравилось, друзья, если вам все нравится, ставьте лайк и обязательно поделитесь наши видеоролики своими друзьями. И подписывайтесь на наш канал в YouTube. Потому что наш канал действительно это очень интересный, полезный канал, интернациональный канал. Еще у нас здесь, видите, вот такой франки. Это не франки даже, это бланки, друзья. Можно поблизости? Вот это, покажи, пожалуйста, все это качество. Это все деньги, вот ваши деньги куда уходят. Вот это материал, все, ценовая политика, формулируется ценовая политика. Вот таком виде она на продаже, друзья. Так что, что мы с вами смотрели, друзья? Мы с вами смотрели 3+1, отдельная кухня, есть своя еще кладовка в подвале, друзья. Есть еще парковочное место. 3+1, отдельная кухня, система «Умный дом», элитный комплекс, друзья, 3+1, район Оба, город Аланья, друзья, рядом есть государственные больницы, рядом есть все городские инфраструктура и педколледжи, школы тоже рядом, друзья, так что, поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вам нравится, мы с вами можем поделиться онлайн, тоже можем показывать вам через Viber, WhatsApp и Telegram. Онлайн можем все вам показывать. Так что, с
Сена не скажу, потому что торг уместен, друзья. Сена меняется очень много. Люди сейчас в данный момент приезжают, покупают очень много недвижимость. Именно в Алане, в Мерсин приезжают, в Турцию покупают. Сена меняется постоянно. Если вам интересно, вы картошку не покупаете, правильно? Возьмите трубку, звоните, если вам интересно, друзья. Так что еще раз напоминаю, мы в конце апреля будем в Узбекистане, друзья. Посмотрим Узбекистана. Я первый раз там буду. Кто нас там будет встречать? Узбекский плов очень вкусно, говорят, правда? Узбекский плов очень вкусно. Будем попробовать именно там, в Ташкенте будем. 26, 27, 28 апреля в Ташкенте будем, друзья. Потом 29, 30 апреля, потом 1 апреля будем, 1 мая будем. Самарканд, друзья, если вы хотите с нами встретиться и поговорить индивидуально, как правильно можно здесь жить и купить недвижимость, друзья, можем с вами индивидуально встретиться и поговорить под видео. Есть мои контакты, пишите, звоните для индивидуальной встречи. Всем удачи, берегите себя, пока-пока.